Добрый день, дорогие друзья, любители хоккея. Отгремели новогодние салюты, прошли праздничные рождественские службы, и мы вновь приветствуем вас на арене ЦСКА. Сегодня на нашей арене матч Олимпе Всероссийской хоккейной лиги между командами «Звезда Москва» ЦСКА ВВС «Самара». Предлагаем вашему вниманию состав команды «Звезда», заявленный на сегодняшний матч. Вратарь команды номер 33 Дмитрий Гамзин. Номер 35 Кирилл Самсонов. Полевые игроки. Номер 6 Михаил Гордеев. Номер 12 Малик Алишвалов. Номер 18 Николай Макаров. Номер 19 капитан команды Артем Прохоров. Номер 21 Артем Пугачев. Номер 23 Данила Кулапов. Номер 26 Кирилл Долженков. Номер 32 Иван Рогов. Номер 42 Роман Калиниченко. Номер 46 Кирилл Голощапов. Номер 47 Сергей Шамшурин. Номер 58 Егор Фатеев. Номер 62 Никита Шалышкин. Номер 68 Иван Силаев. Номер 75 Матвей Аверочкин. Номер 76 Матвей Шураев. Номер 79 Василий Дроны. Номер 86 Максим Кириличенко. Номер 93 Дмитрий Зуган. Номер 99 Егор Кузьминов. Главный тренер команды Ринат Хасанов. Старший тренер Константин Корнеев. Сделайте первую ставку на спорт с Олимбет до 10 тысяч рублей. Но даже если она не сыграет, мы вернем 100% вашей ставки. Отличный повод присоединиться к игре прямо сейчас. Максимум удовольствия, максимум кэшбэка. Олимбет. Максимум от игры. Клуба ЦСКА подготовила нарезку лучших моментов предыдущего победного матча команды «Звезда». Внимание на куб. Внимание, на лед приглашается команда ЦСКА ВВС «Самара».
Внимание, армейцы, встречайте, на льду столичная команда «Звезда». Господа, звучит государственный гимн Российской Федерации. Приветствую я всех любителей хоккея на малой арене ЦСКА-Арена, где у нас совсем скоро стартует матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги Кубок Шелковых Пути, в котором встречаются команды «Звезда» Москва, ЦСКА ВВС, город Самара. Ну что же, самое время, наверное, познакомиться с арбитрами сегодняшней встречи. Итак, линейные это Егор Седов и Артем Лобзов. Ну а главными сегодня Александр Самарин и Никита Рудько. Ну что, все готово у нас к началу этой встречи. И мы с вами начинаем сейчас внимательным образом наблюдать за происходящим на площадке. Дмитрий Гамзин, 33-й номер, защищает ворота команды «Звезда», ворот команды ЦСКА ВВС защищает также 33-й номер Владимир Сартаков. Ну вот интересно, два 33-х номера. Первое звено команды «Звезда» — Иван Рогов, Кирилл Голощапов, защитники Максим Кириленченко, Иван Силаев и Дмитрий Зуган. Первая тройка нападения — Егор Ганабин, Олег Зяблов, пара защитников, это уже команда ЦСКА ВВС, и Матвей Насыров, Раиль Мустафин и Николай Смирнов. Первое звено команды ЦСКА ВВС. Ну что, все готово у нас к началу этой встречи. И сейчас вбрасывание, игра начинается. Защищает команда ЦСКА ВВС, номер 33. Команда «Звезда» — Дмитрий Гамзин, номер 33. «Звезда» побежала в первых же секунд в атаку, хотя вбрасывание выиграли хоккеисты из Самары. Вот сейчас попытка атаковать, бросок — Матвей Насыров. Кстати, это там был 91 номер, пытался он выйти на ударную позицию. А у нас поднята уже вверх рука арбитра. И вот вам, пожалуйста, 29 секунд. Команды поиграли в равных составах. И теперь удаление в составе гостей команды из Самары, и таким образом «Звезда» получает сейчас большинство. Раиль Мустафин отправляется на скамейку штрафников. Таким образом команда «Звезда» будет играть сейчас в большинстве. Вот такое вот начало. Что касается статистики по игре в большинстве, у армейцев 173 сыгранных матча, 28 заброшенных шайб, 16,2% реализации большинства. Что касается команды ЦСКА ВВС, 160 раз команда играла в меньшинстве, пропустила 33 шайбы. 21 результат на данный момент у
команды ЦСКА ВВС по игре в меньшинстве. Не получилось пока что у «Звезды» завладеть даже шайбой. Посмотрите, достаточно уверенно сейчас хоккеисты из Самары так действуют, выбрасывают шайбу сейчас из своей зоны. И надо бежать армейцам, начинать все сначала. Вот сейчас наконец-таки получается завладеть шайбой. Макаров разгоняет атаку. Сейчас хоккеисты «Звезды», Кузьминов по борту. Дальше пробрасывает шайбу на Сергея Шамшурина. Шамшурин пытался туда сделать передачу на пятак. Шалышкин подхватывает шайбу. Бросок, ну почти попытка броска, там шайба застревает где-то на подлете к вратарю, не добирается. Вот сейчас еще одна попытка и гол. И шайба в воротах, счет в матче становится 1-0. Команда «Звезда» реализует численное преимущество в этой встрече и выходит вперед в матче. По-моему, это был Никита Шалышкин, 62-й номер, именно он забрасывает шайбу в ворота команды ЦСКА ВВС. Да, быстрое начало, быстрая реализация большинства. Чуть больше минуты потребовалось команде «Звезда» на то, чтобы реализовать численное преимущество. И таким образом счет в матче у нас с вами открыт. Егор Кузьминова номер 99. Шайбу забросил Никита Шалышкин. Да, абсолютно правильно. Никита Шалышкин забрасывает первую шайбу. Давайте посмотрим. Вот он, этот момент. Как здорово. Здесь я бы еще отметил и Матвея Аверочкина. Вот, посмотрите. Прокатывается здесь Аверочкин перед вратарем. Практически закрывает тому обзор. Да, конечно, среагировать со такого на такой бросок было, в общем, наверное, сложновато. Вот еще раз видим мы этот эпизод. И шайба оказывается в воротах. Счет в матче 1-0. Никита Шалышкин с передачи Николая Макарова и Егора Кузьминова забрасывает шайбу в ворота команды ЦСКА ВВС. Ну а мы смотрим с вами продолжение. Гости в атаке. Бросок. Не видел, залетела ли там шайба до Гамзина. Ну, в общем, еще и партнеры помогли. А вот сейчас еще одна атака «Звезды». Вход в зону. Поборолись армейцы. Нет, Долженкову надо выходить из зоны. Тут успел Кирилл все-таки своим игрокам, своим партнерам сделать передачу. Ну и вот еще одна попытка начать атаку. Там на Кузьминова, тот на синей линии находился. На него пошла эта передача. Но чуть-чуть сильная она получилась. И тем не менее Аверочкин вновь завозит шайбу в зону гостей, в зону команды ЦСКА ВВС. Но тут же эта шайба вновь оказывается в средней зоне. Пока что, ну так я бы сказал, вырисовывается преимущество команды «Звезда». Вот они больше атакуют, больше контролируют шайбу. Команда-то играет сейчас уже в полном составе. Армейцы в атаке. Передачи нет. На пятак передачи не проходит. Там, по-моему, вратарь команды ЦСКА ВВС успел клюшкой шайбу остановить. Тем не менее, она по-прежнему в зоне команды из Самары. Аверочкин. Поборолся сейчас Матвей Аверочкин за шайбу. Пытался сделать передачу. Нет, не прошла эта передача. Но, тем не менее, шайба вновь остается у команды «Звезда». И попытка начать новую атаку. Вот здесь Матвей Шуравин делает передачу. Ну, как-то не очень это получилось. Передача очень такая сильная и не совсем точная. И, тем не менее, вбрасывание будет в зоне команды из Самары. И игра продолжается. Первое звено — Кириличенко, Силаев, Зуган на площадке у «Звезды». Посмотрим, какое звено сейчас второе. Кутявин, Жирнов и Тимиров. Второе звено номинально на площадке. Бросок, Гамзин.
Разат Темиров был, наносил он бросок в ближний угол. Гамзин шайбу отбивает. И теперь уже звезда бежит вперед. Нет, не получится здесь один в один обыграть своего оппонента. Кирилейченко это пытался сделать в одиночку. Но, тем не менее, шайба остается у армейцев. Дронок. Дальше Дронок туда шайбу отправляет на Кирилейченко. Кирилейченко продолжает борьбу за шайбу. Хорошая передача. И проходит эта передача. И атака, и гол. И счет в матче становится 2-0. Вот вам, пожалуйста, почти 5 сыгранных минут. А счет в матче становится уже 2-0 в пользу команды «Звезда». Так, они что? Неужели это вновь Никита Шалышкин, 62-й номер? Неужели это вновь он и таким образом дубль у Шалышкина в этой встрече? Посмотрим мы сейчас на повторе, как это произошло. Ну, как-то так при полном попустительстве обороны команды ЦСКА ВВС шайба оказывается в их воротах. Не знаю уж, как так произошло, но в итоге спокойно дали пройти сейчас игрокам «Звезды» к воротам и шайбу в эти самые ворота переправить. Да, вот, давайте посмотрим. Вот она, эта атака. Получает передачу Шалышкин. Пошел вперед. Да, посмотрите, там где-то под щитком. Вот здесь сейчас сверху очень хорошо будет видно. О, тут еще от щитка вратаря. Да, Владимира Сартакова шайба-то влетает в ворота. Вот Шалышкин, может быть, и передачу делал. А может быть, так и задумал Никита Шалышкин. Но, тем не менее, получилось очень даже красиво от вратаря команды ЦСКА ВВС. Шайба влетает в ворота команды из Самары. Еще у нас матч становится 2-0, а у Никиты Шалышкина дубль в этой встрече. Вот вам, пожалуйста, 5 сыгранных минут и уже дубль у игрока «Звезды». Да, такое хорошее начало. Ну, вообще, если посмотреть на статистику, на то, как команда ЦСКА ВВС проводит последние матчи. Матчи, вот сейчас такая выездная серия, вот этим матчем против «Звезды» у команды из Самары заканчивается. Проиграли они до Нового года «Рубину» 0-8, «Югре» 1-7. А дальше вот уже 6 января играли против команды Академии Михайлова и уступили 4. Своим клиентам я предлагаю масло, в котором уверен сам. Моторное масло «Синтек» задержит двигатель в чистоте и обеспечивает его защиту. «Синтек» – всегда умный выбор. Возвращаемся мы на площадку. Николай Макаров, Василий Дронок в ассистентах во второй заброшенной шайбе у Никиты Шалышкина. 6 сыгранных минут в первом периоде в матче между командами «Звезда» ЦСКА ВВС. Счет 2-0. Команда из Самары сейчас вбрасывание выигрывает в зоне «Звезды». Тут же пошел бросок, но все заканчивается достаточно благополучно. Степан Стешенко, Матвей Банников и Владислав Саватеев на площадке. Это четвертое звено команды ЦСКА ВВС. Сейчас они вынуждены обороняться. Армейцы шайбу перехватили, тут же заводят ее в зону команды из Самары, а вот бросок не получается. Передача там, попытка была сделать передачу, но и она не проходит. Стешенко протащил шайбу.
Голощапов дальше делает передачу, точнее пытался сделать передачу или вывести просто шайбу из своей зоны. А вот дальше Хулапов получает передачу, заходит в зону Данила Хулапов и вынужден выйти, точнее вытеснили, я бы так сказал, Хулапова из зоны команды ЦСКА ВВС. И попытка атаковать уже у самарцев, там Насыров так достаточно настойчиво пошел за этой шайбой в отборе, и даже практически ему это удалось. А теперь уже Зуган перехватывает, звезда, шайбу, еще момент, ну вот посмотрите, дают спокойно. Зуган передачу отправлял на Ивана Рогова, и вот тот уже бросал по воротам. Причем опять-таки посмотрите, насколько беспрепятственно дали Ивану Рогову сейчас нанести этот бросок защитники команды ЦСКА ВВС. И передача эта прошла, да, и здесь никаких помех практически не возникло. Борьба за шайбу в зоне звезды. Армейцы достаточно быстро выигрывают борьбу. Тут же они перемещаются в зону команды ЦСКА ВВС. Зуган протащил шайбу левым флангом. Дальше Силаев приходит на помощь. Там еще Кириленко подключается также к помощи Дмитрию Зугану. Бросок и шайба в ловушке у Владимира Сартакова. Хороший момент. Но и вратарь ЦСКА ВВС в этой ситуации видел момент броска, успел переместиться и шайбу забирает. Вбрасывание. Вбрасывание в зоне команды ЦСКА ВВС. И у нас Гуськов, Кидаров и Степан Игнатов. Третье звено на площадке у команды ЦСКА ВВС. Смотрим, у армейцев второе звено появляется. Дронок, Шалышкин, Шамшурин. Звезда с шайбой. Забрасывает армейцы шайбу туда вновь в зону команды ЦСКА ВВС. А там первым на подборе вратарь команды Владимир Сартаков. Шайбу он по борту пытался пробросить, а вот вывести ее из зоны не удалось. Вот только сейчас удается это сделать команде из Самары. И тут же бросок. Нет, блокируется этот бросок. Шайба у звезды и армии. Ох ты, а вот сейчас Малик Алишлалов не попадает по шайбе. Так, ну там и сложно было так с лету попасть по шайбе. В итоге у Алишлалова это и не получилось. Роман Калиниченко. Дальше туда по борту. Ну и на смену побежали хоккеисты звезды. Четвертое звено. Долженков, Прохоров, Фатеев на площадке. Долженков по центру. Дальше отдает передачу на Михаила Гордеева, защитника команды «Звезда». Там падение. Ох ты, какая передача! Бросить, правда, не получается. Мне кажется, даже игрок «Звезды» не ожидал, что будет такая передача туда, на пятак. И самое главное, эта передача еще и проходит. Вбрасывание будет в зоне команды ЦСКА ВВС. Вбрасывание. Звезда вбрасывание выигрывает. А вот дальше по борту не получается. Насыров шайбу перехватывает. Побежал вперед. Сейчас протащил шайбу. Атакуют гости. Команда из Самары. Насыров там уже за воротами получает передачу. Дальше Смирнов пытался по борту туда прокинуть шайбу. Не получается. Армейцы спокойно шайбу перехватили. И Матвей Аверочкин начинает атаку. Хулапов, Кузьминов. Бросок. Сартаков шайбу отбивает. Дальше Голощапов здесь первый на подборе. А вот тут передача не проходит. Но тут задача была еще и попытаться сохранить шайбу в зоне команды из Самары. Макаров с этим справился. Ну а вот бросок в итоге не получился. Хулапов.
останавливает шайбу, оставляет ее Кузьминову. Кузьминов дальше, Хулапов. Нет, не проходит эта передача, и надо было вернуться назад сейчас игрокам команды «Звезда» в оборону, оборонялись. 10 минут сыграно в первом периоде. 2-0 впереди «Звезда». Две шайбы забросил Никита Шалышкин. Первую на второй минуте реализовал он численное преимущество. Ну и вторую шайбу забросил уже на пятой минуте. Здесь команды уже в равных составах играли. ЦСКА ВВС в атаке. Бросок. Нет, мимо ворота летит шайба. Кириличенко один против двух игроков команды ЦСКА ВВС боролся. Матвей Кириличенко, точнее Максим Кириличенко, прошу прощения. Но в итоге эту борьбу проиграл. Алиш Лалов. Длинную делает передачу туда практически под синюю линию. А вот остановить шайбу не получается. И ответ уже в исполнении ЦСКА ВВС. Игнатов бросает, но Гамзин выручает. Забирает Гамзин шайбу. Своим клиентам я предлагаю масло, в котором уверен сам. Моторное масло «Синтек» содержит двигатель в чистоте и обеспечивает его защиту. «Синтек» – всегда умный выбор. Возвращаемся на площадку. Вбрасывание сейчас будет в зоне команды «Звезда». И игра у нас с вами продолжится. 8,5 минут еще командам играть в первой 20-минутке. Вбрасывание. Команда ЦСКА ВВС выигрывает. И тут же Гамзин вступает в игру, потому как успевает он отбить шайбу. Ох ты, ошибка здесь на выходе из зоны хоккеистов «Звезды». И Дмитрий Гамзин. Как-то там шайба застряла на синей линии и осталась лежать. Но вот игроки команды ЦСКА ВВС первыми ее подхватили. И тут же еще один бросок. Еще одно вбрасывание. Ух ты, выигрывает его вновь хоккеисты ЦСКА ВС. И вновь Гамзин сейчас выручает свою команду. Четвертое звено на площадке: Стешенко, Банников и Саватеев. Продолжает шайбу они контролировать. Дальше передача туда под защитника. Бросок от синий. Ну и там уже попытка на пятаке. А здесь, да что ж такое? Какие-то непонятные ошибки сейчас в обороне у команды «Звезда». В средней зоне шайба. Отбиваются хоккеисты «Звезды». Смена идет как у одних, так и у других. Ну и вот сейчас очередная попытка команды ЦСКА ВВС. Забросили шайбу. «Звезда» вынуждена сейчас команда обороняться. Не получается пока даже вот вывести шайбу из своей зоны. Еще одна попытка, и вновь не очень она получается удачной. Егор Ганабин там успевает шайбу остановить на синей линии. А дальше «Звезда», Верочкин.
Матвей сейчас Аверочкин очень хорошо прошел правым флангом, так укрывал шайбу корпусом. Далее сделал передачу, а вот передача-то как раз не очень точная получилась. Еще один момент. Гамзин выручает своих партнеров, и 6 минут командам еще играть в первом периоде. По-прежнему 2-0. Команда «Звезда» выигрывает у команды ЦСКА ВВС. Аверочкин поборолся сейчас за шайбу. Один выигрывает эту борьбу. Успевает сделать передачу на Дмитрия Зугана. Вновь Аверочкин. Так, по дороге на скамейку запасных Матвей успел еще и сделать передачу на своего партнера. А вот дальше перехват шайбы. Теперь уже попытка команды из Самары провести свою контратаку не получается. Ну, тяжеловато, я согласен. «Звезда» вообще проводит первый матч вот после 26 декабря. Да, такая достаточно серьезная пауза у армейцев получилась. Кириленко сейчас протащил шайбу, поэтому какое-то время так уходит, да, потому что все-таки тренировочный процесс, ну а игра есть игра, поэтому здесь немножечко так адаптировались, поэтому, ну вот, Шалышкин быстрее всех, видимо, адаптировался после новогодних праздников. А, момент сейчас, еще один момент, посмотрите, как здорово сейчас хоккеисты «Звезды» создают два достаточно опасных момента, ну и здорово здесь играет Владимир Сартаков, вратарь команды ЦСКА ВВС, а вот теперь шайба у него в ловушке, и вбрасывание будет в зоне команды из города Самара. Вбрасывание. Хоккеисты ЦСКА ВВС вбрасывание выигрывают. Тут же попытка достаточно быстро перейти в атаку. Там Долженков успевает добраться до шайбы. Дальше Прохоров. И ответ от команды ЦСКА ВВС. Вошли в зону, сейчас там четвертое звено, да, Стешенко, Степан Стешенко там обился за шайбу, и даже так практически в одиночку ему удалось это сделать. Передача, это так много как-то сумбура в игре, как одной, так и другой команды, и тем не менее «Звезда» в атаке. Заходят армейцы в зону, передача, нет, не проходит от передачи. И вот так вот докатились уже до синей линии команды «Звезда», хоккеисты команды ЦСКА ВВС, но тут свисток арбитра. Удаление будет у «Звезды». Так, по-моему, да, это у нас Сергей Шамшурин, 47-й номер, отправляется на скамейку штрафников. И вот теперь команда ЦСКА ВВС получает численное преимущество у армейцев. Я имею в виду сейчас команду «Звезда». Это численное преимущество реализовал Никита Шалышкин. Посмотрим, как теперь команда ЦСКА ВВС реализует, ну или попытается реализовать численное преимущество. 136 попыток, 23 заброшенные шайбы. Задержка соперника клюшкой. Именно такое нарушение инкриминирует сейчас Сергею Шамшурину. Именно за него он и пострадал. И отправился отбывать 2 минуты. Расставились хоккеисты команды ЦСКА ВВС в зоне «Звезды». Попытка перехватить шайбу. Там Михаил Гордеев был близок к этому успеху, но в итоге не дотянулся. Тем не менее, очень активно, посмотрите, сейчас обороняются хоккеисты «Звезды». Бросок. Не знаю, задел там шайбу по дороге кого или нет. Или Гамзин успел там чуть клюшкой переправить шайбу в сторону от ворота. Ну вот армейцы теперь шайбой наконец-таки завладели. И выбрасывают они ее подальше из-за своей зоны. Таким образом, вот уже минуту команда «Звезда» отыграла в меньшинстве.
ЦСКА ВС в атаке. Расставились. Вторая минута большинства в самом разгаре. 40 секунд сыграно. Ух ты, момент сейчас. И Гамзин там успевает ближний угол закрыть. Таким образом, шайба взлетела вверх, но в ворота она не попадает. Еще одна попытка. Не удается шайбу пока что Звезде вывести из своей зоны. А вот тут бросок, ну, очень неточно получается. Торопятся хоккеисты команды ЦСКА ВВС. Ну, времени у них уже не так много остается. Уже через 10 секунд должен выйти на площадку пятый полевой у Звезды. И минуту 45 командам еще играть в первом периоде. По-прежнему 2-0 Звезда в этом матче впереди. Все, Сергей Шамшурин возвращается на лед. Команда Звезда играет в полном составе. Ну а команде ЦСКА ВВС реализовать большинство не удается. Продолжают хоккеисты ЦСКА ВВС шайбу контролировать. Перевод на противоположный фланг. Вход в зону Игнатов. Борьба там разворачивается за шайбу. Получает, по-моему, кто-то из игроков по лицу. Там кто это у нас был? Не видел я сейчас. А, Гуськов это был, 51 номер. Иван Гуськов. Ну, а у нас идет последняя минута первого периода. 2-0. Команда «Звезда» выигрывает. Долженков. Нет, все-таки отнимают шайбу у Долженкова. Так, доехал он с ней до синей линии. А вот продолжить атаку не сумел. Продолжают шайбу контролировать хоккеисты ЦСКА ВВС. Забрасывают они ее в зону Звезды. Дальше. А дальше передача на пятак. Там попытка подставить клюшку под эту передачу не проходит. И в это время звучит сирена. Итак, первый период у нас завершен. 2-0. Команда Звезда обыгрывает ЦСКА ВВС. Отправляемся на перерыв. Сделайте первую ставку на спорт с Олимпет до 10 тысяч рублей. Но даже если она не сыграет, мы вернем 100% вашей ставки. Отличный повод присоединиться к игре прямо сейчас. Максимум удовольствия, максимум кэшбэка. Олимпет. Максимум от игры.
Внимание, дорогие друзья, в перерыве хоккейного матча для вас сольным танцем выступает очаровательная фигуристская группа поддержки хоккейного клуба ЦСКА. Аплодируйте ей. Всероссийская хоккейная лига объединяет и развивает команды со всей России. А развитие возможно только с надежным партнером. Оренбет – официальный партнер ВХЛ. Следи за играми и стань частью новой ледовой истории. Оренбет и ВХЛ. Максимум от игры. В любом путешествии нужен верный и надежный спутник, который поддержит пути и который всегда рядом. Роснефть – крупнейшая сеть АЗС, где вас ждут теплые встречи и выгодная программа лояльности. Мы всегда отвечаем за качество и заботимся о тех, для кого работаем. Сделайте первую ставку на спорт с Олимпет до 10 тысяч рублей. Но даже если она не сыграет, мы вернем 100% вашей ставки. Отличный повод присоединиться к игре прямо сейчас. Максимум удовольствия, максимум кэшбэка. Олимпет. Максимум от игры. Мы воспитали поколение чемпионов. Поколение, которое способно побеждать. Поколение, которое знает цену победе. Поколение, способное мечтать и добиваться результатов. Мы научили радоваться мелочам. Ведь из мелочей состоит что-то большее. Наши люди – это навсегда. Это в сердце. Это в душе. Это в нас. Смотри матчи любимой команды вживую. На стадионе. Заходи на сайт прямо сейчас. tickets.cska-hockey.ru. Роснефть с 2011 года финансирует хоккейный клуб ЦСКА, способствуя развитию и популяризации хоккея в стране.
Возвращаемся мы на площадку. У нас с вами сейчас начнется второй период в матче Всероссийской хоккейной лиги. Кубок Шелкового пути, регулярный чемпионат. ЦСКА-арена, малая арена, на которой встречаются сегодня команды «Звезда Москва», ЦСКА, ВВС, Самара. После 20 минут игры счет у нас в матче с вами 2-0. Команда «Звезда» впереди. Обе шайбы забросил Никита Шалышкин. На второй минуте первого периода Никита Шалышкин реализовал численное преимущество. Ну а на пятой минуте Никита Шалышкин уже в равных составах отправил шайбу, вторую шайбу ворот. Таким образом, счета в матче 2-0. Статистика у нас с вами по броскам в створ ворот 11-9 в пользу «Звезды». По вбрасываниям 7-6 выиграно вбрасывание у гостей команды ЦСКА ВВС. Ну и по блокированным броскам, кстати, армейцы Москвы 6 заблокировали, один бросок у ЦСКА ВВС. По силовым приемам здесь, наоборот, небольшое преимущество команды из Самары 3-1. Ну вот, пожалуй, наверное, самое главное. И по одному разу команды сыграли в большинстве. И вот одно большинство, точнее, так получается, стопроцентный результат пока что у «Звезды». Одно большинство, одна заброшенная шайба и счет в матче 2-0. Ну что, посмотрим, что принесет нам вторая 20-минутка. Команда ЦСКА ВВС сбрасывание выигрывает. Тут же попытка нанести бросок. Матвей Насыров, 91 номер. В итоге делает передачу на своего партнера Егора Ганабина. Тот бросает, но мимо ворота. Сейчас поднята вверх рука арбитра. И игра остановлена. Вбрасывание будет еще одно в зоне команды «Звезда». Армейцы. Московские армейцы вбрасывание выигрывают. В принципе, ведь ЦСКА ВВС, можно сказать, тоже армейцы. «Звезда» с шайбой. Сейчас там первым на подборе оказался Роман Калиниченко. Ну а вот продолжить эту атаку армейцев не получилось. Центральный спортивный клуб военно-воздушных сил. Команда ЦСКА ВВС. Ну, мало ли, вдруг кто-то не знал. И бросок. Гамзин сейчас шайбу отбивает. Причем, посмотрите, как-то так хоккеисты «Звезды», я имею в виду в первую очередь игроков обороны, внимательно наблюдали, справится или нет Дмитрий Гамзин. Дмитрий Гамзин справляется. Так что, я думаю, таких подарков больше лучше не делать. Да, потому как может это привести все к более печальным последствиям для команды «Звезда». Ну а здесь Дмитрий Гамзин действительно молодец. Успел отбить он шайбу и таким образом выручает свою команду. Так активно начинает команда ЦСКА ВВС вторую 20-минутку. Вот 2 минуты сыграны, и пока что в основном все там проходит в зоне «Звезды». И два момента были, которые могли привести к заброшенной шайбе в исполнении команды из Самары, но Дмитрий Гамзин выручил своих партнеров, забрасывает шайбу хоккеисты «Звезды» в зону команды ЦСКА ВВС. Но, правда, достаточно быстро она оттуда и выходит. Алиш Лалов делает передачу на Кузьминова, так по диагонали с левого фланга на правый, на Егора Кузьминова. Тот подхватил шайбу, но достаточно быстро ее и потерял. А вот так вот счет в матче становится 2-1. И вновь вот она, быстрая контратака в исполнении команды ЦСКА ВВС и шайба в воротах. Так, Владислав Сватеев, его поздравляют. Ну вот оно, это бурное начало, я бы даже сказал, такое мощное начало от ЦСКА ВВС. И шайба в воротах. Счет в матче становится 2-1. Команда ЦСКА ВВС одну шайбу отыгрывает. А
А так сходу получилось у команды ЦСКА ВС. Степана Стешенко, номер 35, и Матвей Банников, номер 55. Четвертое звено организовало эту шайбу. Ну а вот мы смотрим этот эпизод. Проскочил мимо шайбы Михаил Гордеев, шестой номер, защитник команды «Звезда». И вот он, этот бросок в верхний, практически дальний угол, он получился. Хотя даже не в самый-то и верхний, да, я бы так сказал. Но вот шайба оказалась в воротах. И таким образом счет в матче становится 2-1. Команда ЦСКА ВВС идет вперед. Бросок, и Дмитрий Гамзин выручает свою команду. Пора бы «Звезде» уже выйти из раздевалки на лед. Ну, тут 3,5 практически минуты команды провели в второй периоде на площадке. Пока что ЦСКА ВВС больше атакует, больше создает моментов. Армейцы, московские армейцы. Проброс фиксируют арбитры. Вбрасывание будет в зоне «Звезды». Очень уж сильная получилась передача, и действительно догнать ее вряд ли могло получиться бы. «Звезда» вбрасывание выигрывает, теперь шайба выходит из их зоны по всем правилам. Там попытка сделать передачу на Силаева, в итоге Силаев до шайбы не добирается, но она по-прежнему там в зоне команды из Самары остается. А вот тут неточная передача, выход из зоны, и «Звезда» вновь бежит вперед через борт, туда дальше на Дмитрия Зугана. Здесь Силаев первый на подборе. Ну а вот передачу Ивана Силаева не получилось, но там уже и под давлением Силаев так вынужден был отдавать эту передачу, и в итоге точности явно не хватило. Тем не менее, вновь посмотрите, «Звезда» заходит в зону команды ЦСКА ВВС со шайбой, и вновь не очень точная передача получается у хоккеистов «Звезды», и надо возвращаться назад сейчас армейцам и оттуда начинать свою атаку. Московские армейцы в атаке. Вот сейчас они контролируют шайбу. Поднята вверх рука арбитра, и удаление будет у команды ЦСКА ВВС. Отправляется Егор Ганабин на скамейку штрафников. Таким образом, команда «Звезда» получает второе большинство в этой встрече. Первое армейцам удалось усилиями Никиты Шалышкина реализовать. Ну вот она, попытка номер два в исполнении команды «Звезда». Вбрасывание. Выигрывают хоккеисты «Звезды» вбрасывание. Расставились сейчас хоккеисты «Звезды» в зоне команды. Ох, передача. Передача вот Кузьминова на Макарова, на Николая Макарова. Но не удалось Макарову остановить шайбу. И вот теперь надо выходить из своей зоны и начинать все сначала с игрокам «Звезды». Кузьминов. А посмотрите сейчас, как в давлении хорошо играют хоккеисты ЦСКА ВВС. И очень сложно преодолевать вот такую достаточно насыщенную, я бы сказал, не насыщенную, а вот такой прессинг. И тем не менее армейцам это сделать удается. Шамшурин на подборе оказывается сейчас. Сергей Шамшурин первым, дальше через защитника. Перевод на Кузьминова, бросок и шайба у вратаря. Очень хороший момент сейчас в исполнении команды «Звезда» в большинстве. Но и здесь Владимир Сартаков шайбу эту отбивает. Все в порядке. Вперед,
По-моему, в маску ему там еще и попала шайба. Вбрасывание. Звезда вбрасывание выигрывает. Рогов на синей линии шайбу остановил. Дальше отправляет ее на Дроника. Перевод на противоположный фланг. Зуган. Зуган туда пытался на пятак переправить шайбу. Надо возвращать ее вновь. А вот здесь-то как раз ошибаются хоккеисты команды «Звезда». Но Дмитрий Гамзин. Матвей Банников очень хорошо там сыграл на своей синей. В итоге отобрал шайбу. Побежал вперед. Сам же и побежал вперед. Ну и вот здесь Дмитрий Гамзин выручает свою команду. Идите все сюда, говорит нам линейный арбитр. Ну, я имею в виду игрокам. Они там на точке. Силаев на точке вбрасывания против Матвея Насырова. В итоге Силаев вбрасывание для своей команды выигрывает. А уже вторая минута большинства идет в исполнении «Звезды». И один бросок вот пока что запомнился за эту минуту 20. Кузьминов как раз-таки Егор наносил бросок. Но справился с ним Владимир Сартаков, вратарь команды ЦСКА ВВС. Завезли шайбу сейчас хоккеисты «Звезды». Кириленко. Дальше Дроник по борту. Тут Дроник выкатывается из ворот. Бросок. А где шайба? А шайба где-то там вот у вратаря. А вот она под щитками у вратаря команды ЦСКА ВВС. У армейцев домашняя серия продолжается. Обыграли они перед Новым годом команду «Дизель» 4-1. Дальше «Барс» 3-1. Ну и вот теперь еще две домашние встречи. Одна сегодня против команды ЦСКА ВВС. Ну и вторая пройдет 10 января против команды «Нефтяник» из Альметьевска. Дальше «Звезда» отправится на выезд. Шуравин. Команда ЦСКА ЦСКА ВВС играет в полном составе. Это значит, «Звезде» реализовать численное преимущество не удалось. 7 минут команда отыграли во второй 20 минутке. Пока 2-1, команда «Звезда» впереди. Ну и напомню, что дубль в этой встрече оформил уже Никита Шалышкин. Ну а одну ответную шайбу забросил игрок команды ЦСКА ВВС Владислав Саватеев. Произошло это в равных составах. Ну и вот теперь 7 сыгранных минут у нас с вами уже во втором периоде. Игра продолжается. Вбрасывание будет в зоне команды «Звезда». Вбрасывание сейчас выигрывают хоккеисты ЦСКА ВВС. Правда, без броска в итоге получилось. Кидаров там пошел вперед. Причем как-то так выиграл он достаточно легко это вбрасывание. Ну вот... Гамзин шайбу забирает. Своим клиентам я предлагаю масло, в котором уверен сам. Моторное масло «Синтек» содержит двигатель в чистоте и обеспечивает его защиту. «Синтек» – всегда умный выбор. Дать можно что угодно. Ненужный сервис, наценки за раскрученный бренд или хуже. Подделка. Своим клиентам я предлагаю масло, в котором уверен сам. Моторное масло «Синтек» содержит двигатель в чистоте и обеспечивает защиту каждой детали. «Синтек» – всегда умный выбор. Ну что, вбрасывание у нас сейчас с вами. Вбрасывание будет в зоне «Звезды». 12 минут 49 секунд командам играть еще во втором периоде. И пока что 2-1, «Звезда» впереди в этой встрече. Вбрасывание. «Звезда» вбрасывание выигрывает по борту. Попытка вывести шайбу не удается пока что это сделать, но тем не менее, вот наконец-то Хулапов это сделал, а дальше Кузьминов с Хулаповым очень хорошо сыграли, и дальше бросок, нет, не попадает шайба
Ворота, продолжение следует. Очень быстрая атака сейчас получилась у команды «Звезда», но вот без заброшенной шайбы. И тем не менее, достаточно хороший момент создают сейчас хоккеисты «Звезды». Кузьминов. Матвей Аверочкин. Сам пошел Аверочкин. Дальше попытку сделать передачу на пятак, на Кузьминова. А там еще и Хулапов находился. В общем, шайба выходит из зоны команды ЦСКА ВВС. И надо вновь ее туда пытаться сейчас завести. Не получается. Тут зато смена пошла. И команда ЦСКА ВВС начинает свою атаку. Передача под синюю линию. Проходит эта передача. Такая позиционная атака сейчас в исполнении команды ЦСКА ВВС. Они продолжают шайбу контролировать. Банников. Четвертое звено на площадке у команды из Самары. Стешенко, Банников, Саватеев. Сейчас два игрока «Звезды», Иван Силаев и Максим Кирилейченко, проехали мимо шайбы. А вот сейчас Кирилейченко сам пошел, успевает. Бросок и гол. И шайба в воротах. Счет в этом матче становится 3-1. Ну, здесь в первую очередь Матвей Кирилейченко очень хорошо сыграл в этой ситуации. Протащил он шайбу, не выключился из борьбы. Сам по борту. Ну, а дальше уже партнеры закончили этот эпизод. И похоже, это был Иван Силаев. Именно он отправил шайбу в ворота. На повторе сейчас мы разберемся. Но, похоже, это был все-таки он. 3-1 становится счет в пользу «Звезды». Иван Силаев практически ровно в середине второго периода отправляет шайбу в ворота команды ЦСКА ВВС. Давайте посмотрим. Вот Кирилейченко, именно он тут все сделал, да. Ну а закончил уже Иван Силаев. Вот он, этот эпизод. Так, а я так понимаю, будет видеопросмотр на... Или не будет? Нет, не будет видеопросмотра. Сначала вроде как, не знаю, уж хотели или нет, просматривать там на предмет помехи вратарю. Но, видимо, решили, что не будут брать такой запрос тренера. И поэтому игра у нас с вами продолжается. Такое некоторое совещание там, по всей видимости, произошло на скамейке. Да, все нормально. Игра у нас с вами продолжается. Шайбу забросил Иван. Иван Силаев, действительно, он становится автором этой заброшенной шайбы. И таким образом счет в матче 3-1 в пользу «Звезды» вновь увеличивает в две шайбы преимущество команда «Звезда». Напомню, что 2-0 после первого периода был счет. Ну а дальше вот игрокам ЦСКА ВВС удалось одну шайбу отыграть. Максима Кирилейченко, номер 86-й, и Кирилла Голощапова, номер 46-й. Ага, вот у нас еще один соавтор появился, сделал я такую небольшую паузу. Да, именно вот еще и Голощапов записан в ассистенты к заброшенной шайбе Иваном Силаевым. Да, добавился, был Максим Кирилейченко, дальше добавился еще Кирилл Голощапов, ну и... Автор из этой заброшенной шайбы становится Иван Силаев. Так что
внесли в протокол еще одно изменение. Вбрасывание в зоне гостей. Армейцы московские вбрасывания выигрывают. Перехват шайбы. Продолжают атаковать сейчас хоккеисты Звезды. Точнее, уже не атакуют. Но, тем не менее, посмотрите, тут же ответ ЦСКА ВВС. Очень так снимает с крюка шайбы Павла Жирнова, игрок Звезды. И армейцы теперь побежали вперед. Завозят они шайбу в зону команды ЦСКА ВВС. И там пытаются сейчас зацепиться. Борьба за воротами продолжается. Такая достаточно жесткая там борьба. Но вот, наконец-таки, Фатееву удалось, что называется, отклеить шайбу там от борта. Дальше еще одна передача. И вновь там застревает шайба у борта. И на этом атака Звезды практически и заканчивается. Теперь ответная атака в исполнении команды ЦСКА ВВС. Точнее, я бы сказал, попытка. Алишлалов. Первым Алишлалов оказывается на подборе. Дальше Гордеев. Аверочкин приходит на помощь сейчас своим партнерам. Ну и вот в итоге общими так коллективными усилиями удается атаковать. И Кузьминов. Еще один момент. И здорово. Не знаю, что там успел ли Сартакова, в щиток ли попала шайба или там в штангу с внешней стороны. Но момент очень хороший был у Звезды на то, чтобы забросить уже и четвертую шайбу. Еще один момент, отскок от лицевого. Ну а первыми на подборе оказываются игроки команды ЦСКА ВВС. Очень хороший сейчас отрезок проводит Звезда. Продолжают они атаковать. Перехват шайбы. Самарцы пошли вперед. Вход в зону, бросок. Бросок этот заблокирован. Тем не менее, шайба у команды ЦСКА ВВС. Там еще одна попытка бросить. Но бросок Ивана Гуськова тоже блокируется. И Звезда вновь бежит в атаку. Кузьминов пытался так по центру сделать передачу. Не получилось. И теперь еще одна атака. Вход в зону. Здесь не стал ничего Иван Гуськов придумывать. Просто бросил. Но не очень точно у него это получилось. Хулапов укрывает шайбу корпусом. Делает передачу. А там шайба, задев крюк клюшки игрока команды ЦСКА ВВС, просто так, да, перескочил уже через клюшку игрока защитника команды «Звезда». Сейчас забавный момент был. Игроки команды ЦСКА ВВС побежали в атаку. И так один второго подтолкнул, чтобы тот быстрее добрался до шайбы. Такое ускорение ему придал. Но не помогло это команде из Самары. Ох ты, там сейчас вот такая серия, не знаю, силовых приемов. Болельщики достаточно бурно реагируют. Так достаточно, я бы сказал, корректно, в общем-то, проходит игра. Да, есть силовые приемы. А вот тут попал, так попал. Сейчас Матвей Насыров. И счет в матче становится 3-2. Команда «Звезда» впереди. Ну вот как так сейчас дали бросить Насыру, и тот переправил шайбу в ворота. 3-2. Вбрасывание будет, соответственно, в центральном круге. И игра у нас с вами сейчас продолжится. С передачей Лига Зябкова номер 7. Да, давайте еще раз посмотрим. Вот Матвей Насыров, да, бросил. И вот вам, пожалуйста, точно в цель. 3-2. 6 минут 46 секунд до конца второго периода. Еще раз видим мы повтор. Потерял, такое ощущение, что немножко потерял ворота в данной ситуации вратарь команды «Звезда» Дмитрий Гамзин. Сделайте первый ставку на спорт.
Своим клиентам я предлагаю масло, в котором уверен сам. Моторное масло «Синтек» задержит двигатель в чистоте и обеспечивает его защиту. «Синтек» – всегда умный выбор. Механики со стажем знают. Продать можно что угодно. Ненужный сервис, наценки за раскрученный бренд или хуже. Подделка. Своим клиентам я предлагаю масло, в котором уверен сам. Моторное масло «Синтек» задержит двигатель в чистоте и обеспечивает защиту каждой детали. «Синтек» – всегда умный выбор. Вбрасывание в зоне звезды, и у нас с вами игра возобновилась. Концовочка сейчас уже второго периода, 6 минут 40 секунд остается до конца второй 20-минутки. 3-2, звезда пока что у себя дома обыгрывает команду ЦСКА ВВС. Возобновилась у нас игра вбрасывания. Хоккеисты звезды выиграли вбрасывание, но в итоге вот шайбу потеряли. Нет, там проброса не будет, так что Гамзин зря поднимает руку. Армейцы Москвы побежали вперед. Сейчас 3 в 2. Может получиться контратака. И передача почти проходит. Передача на правый фланг. Там на правой штанге был уже Сергей Шамшурин. Но замкнуть эту передачу ему не удается. Тем не менее продолжает звезда атаковать. Шалышкин забрасывает. Никита Шалышкин шайбу сейчас в зону команды ЦСКА ВВС. Но тут уже ответная атака. Звезда бежит вперед. 5,5 минут еще командам играть во второй 20-минутке. Завезли шайбу хоккеисты звезды в зону ЦСКА ВВС. Ну и по сути на этом атака и завершилась. Павел Жирнов, сейчас там 95-й номер команды ЦСКА ВВС, так активно достаточно шел вперед. Тут же армейцы отвечают, забрасывают шайбу. Фатеев первым там успевает на подбор. Но в итоге Фатеева так немножечко сумели отодвинуть от шайбы. Продолжает звезда атаковать. Гордеев. Успевают армейцы закрыть зону. Там Кирилл Голощапов, 46-й номер. Именно он успевает закрыть зону и не дать выйти шайбе из зоны. А вот сейчас бросок. Там Аверочкин оказался с шайбой. Остановлена у нас игра. 4 минуты 18 секунд до конца второго периода. 3-2 счет в этой встрече. И игра возобновилась. Звезда бежит вперед. Передача. Тут Матвей Аверочкин делал передачу на своего партнера. Там Данила Хулапов накатывал на пятак. Но первым оказался вообще с шайбой Владимир Сартаков. Вратарь команды ЦСКА ВВС. Кузьминов. И ответная атака. Перехватывает шайбу Степан Игнатов. Кузьминов получает вновь Кузьминов шайбу и побежали вперед.
Армейцы. Московские идут вперед. Бросок. Очень хорошо сейчас так подключились к атаке. Игроки «Звезды» продолжают. Зуган. Еще один бросок. Первыми армейцы на подборе. Дмитрий Зуган. И вот сейчас тут еще одна потеря. И вновь попытка «Звезды». Нет, на пятак вывести шайбу не удается. Зуган. ЦСКА ВВС, 2 минуты 25 секунд до конца второго периода. Команда «Звезда» сейчас вновь шайбу контролирует. Кирилейченко очень долго думал, Максим, кому же сделать передачу. В итоге сделал передачу и попал в клюшку игрока команды ЦСКА ВВС. Дронек. Алиш Лалов. Дальше туда налево на Дронека. Шайба до него доходит. Дальше Василий сам пытался один в один обыграть и вратаря, и защитника. В итоге вратаря обыграть не удалось. Минуту 45 командам осталось провести на площадке во втором периоде. Игра продолжается. «Звезда» сейчас обороняется. ЦСКА ВВС в атаке. Пока не удается игрокам «Звезды» шайбу из своей зоны вывести. Вот сейчас это удается сделать, а вот дальше атака не получается. Да, ждал там Фатеев эту передачу и видел его Никита Шалышкин, но вот сделать в итоге точную передачу все-таки не удалось. А у нас пошла последняя минута второго периода. 3-2 пока что «Звезда» впереди в этой встрече. Ну, явно второй период больше получается у команды ЦСКА ВВС. Еще один момент. Как-то тут сейчас уже не знаю, как обороняются, так из последних сил не удается пока игрокам «Звезды» здесь ничего сделать. Прохоров. Передача на пятак. Там Шуравин, защитник, 76-й номер, находился. Дальше силовой прием. Не самый, по всей видимости, чистый. Тут еще и свисток арбитра. Удаление будет. Поднята вверх рука арбитра. Так, Кирилл Долженков отправляется на скамейку штрафников. И команда ЦСКА ВВС получает численное преимущество. Но, по всей видимости, реализация большинства будет уже в третьем периоде. Ну, а так, толчок соперника клюшкой и Долженков на скамейке штрафников. Вбрасывание. Секунду осталось командам провести на площадке. Вот она звучит, сирена. И так закончился второй период после 40 минут игры. 3-2 счета в пользу команды «Звезда». Отправляемся на перерыв. Сделайте первую ставку на спорт с «Олимпет» до 10 тысяч рублей. Но даже если она не сыграет, мы вернем 100% вашей ставки. Отличный повод присоединиться к игре прямо сейчас. Максимум удовольствия, максимум кэшбэка. «Олимпет» – максимум от игры. Нужен верный и надежный спутник, который поддержит людей и который всегда рядом. «Роснефть».
«Роснефть» – крупнейшая сеть АЗС, где вас ждут теплые встречи и выгодная программа лояльности. Мы всегда отвечаем за качество и заботимся о тех, для кого работаем. АЗС «Роснефть» – надежный спутник на всех дорогах страны. «Роснефть» – нами движет лучшее. Отличная машина. Согласен. Идеально. Только масло надо поменять. Заедем? А у вас есть идеальное масло для моей машины? Вот отличное масло «Роснефтьмаг». 83% покупателей выбирают «Роснефть». А что в нем такого? С «Роснефтьмаг» расход масла меньше на треть. Оно обеспечивает надежную защиту двигателя и на 20% сокращает образование движения. Моторное масло «Роснефтьмаг», мы уверены, вы купите его снова. Мы воспитали поколение чемпионов. Поколение, которое способно побеждать. Поколение, которое знает цену победе. Поколение, способное мечтать и добиваться результатов. Мы научили радоваться мелочам. Ведь из мелочей состоит что-то большее. Наши люди – это навсегда. Это в сердце. Это в душе. Это в нас. Смотри матчи любимой команды вживую. На стадионе. Заходи на сайт прямо сейчас. tickets.cska-hockey.ru. Роснефть с 2011 года финансирует хоккейный клуб ЦСКА, способствуя развитию и популяризации хоккея в стране. Thank you.
Дорогие друзья, и снова красота на льду ЦСКА арены. По многочисленным просьбам наших уважаемых болельщиков, для вас оригинальный танец представляют фигуристки группы поддержки хоккейного клуба ЦСКА. Спасибо за эту красоту и эти аплодисменты для вас, дорогие девочки. Всероссийская хоккейная лига объединяет и развивает команды со всей России. А развитие возможно только с надежным партнером. Оренбет – официальный партнер ВХЛ. Следи за играми и стань частью новой ледовой истории. Оленбет и ВХЛ. Максимум от игры. В любом путешествии нужен верный и надежный спутник, который поддержит в пути и который всегда рядом. Роснефть – крупнейшая сеть АЗС, где вас ждут теплые встречи и выгодная программа лояльности. Мы всегда отвечаем за качество и заботимся о тех, для кого работаем. АЗС «Роснефть» – надежный спутник на всех дорогах страны. «Роснефть» – нами движет лучшее. Отличная машина. Согласен. Идеально. Только масло надо поменять. Заедем? А у вас есть идеальное масло для моей машины? Вот отличное масло «Роснефть-маг». 83% покупателей выбирали «Росмаг». А что в нем такого? С «Роснефть-магом» расход масла меньше на треть. Оно обеспечивает надежную защиту двигателя и на 20% сокращает образование отношений. Моторное масло «Роснефть-маг», мы уверены, вы купите его снова. Мы воспитали поколение чемпионов. Поколение, которое способно побеждать. Поколение, которое знает цену победе. Поколение, способное мечтать и добиваться результатов. Мы научили радоваться мелочам. Ведь из мелочей состоит что-то большее. Наши люди – это навсегда. Это в сердце. Это в душе. Это в нас.
смотри матчи любимой команды вживую на стадионе. Заходи на сайт прямо сейчас. tickets.cska-hockey.ru. Роснефть с 2011 года финансирует хоккейный клуб ЦСКА, способствуя развитию и популяризации хоккея в стране. Возвращаемся мы на площадку. У нас сейчас стартует третий период в матче между командами «Звезда Москва», «ЦСКА ВВС Самара», Всероссийская хоккейная лига. Счет в этом матче 3-2 пока что в пользу команды «Звезда». И у нас третий период начинается с большинства команды ЦСКА ВВС. В самой концовке второго периода был удален Кирилл Долженков. Буквально это произошло за секунду до конца второго периода. Ну и вот третий период начинается с большинства команды ЦСКА ВВС. Посмотрим, что из этого получится. Армейцы московские шайбу сейчас из-за своей зоны выбрасывают. А если взять статистику второго периода, то по броскам 11-10 в пользу «Звезды», по выигранным вбрасываниям также 14-7 в пользу команды «Звезда», вот по заброшенным шайбам 2-1 в пользу команды ЦСКА ВВС. Да, во втором периоде ЦСКА ВВС дважды поразили ворота «Звезды», ну а вот у армейцев это получилось однажды. На третьей минуте Владислав Саватеев реализовал свой момент. На третьей минуте второго периода сократил он отставание в счете. Далее на девятой минуте Иван Силаев вновь увеличил преимущество «Звезды» до двух шайб. Ну а дальше Матвей Насыров на 14-й минуте второго периода вновь сокращает отставание в счете до минимума. Вот таким образом счет в матче 3-2. И продолжает атаковать сейчас команда ЦСКА ВВС. Они продолжают играть в большинстве. Вот только сейчас шайба выходит в среднюю зону. И есть возможность у армейцев, я имею в виду «Звезду», поменять свою четверку обороняющихся. Ну, меняются и хоккеисты команды ЦСКА ВВС. 10 секунд до выхода на лед пятого полевого остается у «Звезды». Команда «Звезда» играет в полном составе. Все, «Звезда» играет в полном составе. Команде ЦСКА ВВС реализовать численное преимущество не удается. Ну и вот эти две минуты позади. Как-то так сейчас сильно побежали вперед хоккеисты ЦСКА ВВС. И в итоге шайбу потеряли. Но тем не менее в рот тут вновь Разат Тимиров ее находит. Отправляет туда в зону «Звезды». И смена пошла у команды ЦСКА ВВС. А вот тут выход из зоны очень неудачный получается у московской команды. Потеряли они шайбу на выходе из зоны. И, в общем, такой неприятный момент возникает у ворот команды «Звезда».
поднята вверх рука арбитра. Удаление будет теперь в составе команды ЦСКА ВВС. Подножку там фиксирует арбитр, и удаление в составе команды из Самары. Удаление в составе команды ЦСКА ВВС. Ну что же, еще один шанс для звезды отправить шайбу в ворота. Артем Анишко, номер 9, отправился отбывать этот двухминутный штраф за подножку. Ну а звезда получает численное преимущество. Попытка войти в зону. А там сейчас еще будет одно удаление. Поднята вверх рука арбитра. Еще одна подножка. И команда «Звезда» получает теперь большинство в формате 5-3. Вот это да. Вот сейчас просто шикарный шанс у «Звезды» на то, чтобы, скажем так, попытаться уйти в отрыв в том плане, реализовать это численное преимущество в формате 5-3. Иван Силаев тут сейчас расставил своих партнеров, кто где должен находиться. Ну а сам Иван Силаев отправляется на точку вбрасывания. В итоге шайба Зугана успевает первым туда добраться до шайбы. Расставили сейчас хоккеисты «Звезды». Они в формате 5-3, и полторы минуты у них, в общем-то, в запасе на то, чтобы попытаться реализовать такое преимущество. Бросок нет, шайба в ворота не попадает. Дронок первый на подборе. Отправляет шайбу за ворота Василий Дронок. Еще один бросок, и не видел то ли штанга, то ли успел там Владимир Сартаков шайбу отбить. Звезда продолжает шайбу контролировать. Еще минуту. В формате 5-3. Бросок блокируется. Этот бросок Мустафиным. Продолжает «Звезда» атаковать. Ну вот эти броски. Вот еще одна попытка. И вновь там выручается от своих партнеров вратарь команды ЦСКА ВВС. Армейцы вновь первые на подборе. Зуган, бросок. Нет, шайба не попадает вновь в ворота. Тем не менее, армейцы первые здесь на подборе. Дронок. Дронок отправляет шайбу туда за ворота. Сам же попросил передачу тут же под бросок. И вот теперь шайба точно в воротах. Счет в матче становится 4-2. Звезда реализует численное преимущество. И еще армейцы будут играть в большинстве 45 секунд, но теперь уже в формате 5-4. Анишка выходит на лед, ну а вот Иван Гуськов будет еще 45 секунд находиться там, на скамейке штрафников. 4-2 становится счет в этой встрече. «Звезда» реализует большинство. Ну и, как я сказал, еще одно большинство у армейцев вот будет продолжаться 45 секунд. Четыре с половиной минуты сыграно командами в третьем периоде. 4-2. «Звезда» впереди. Передача Дмитрия Зугана, номер 93. Василий Дронко. Еще раз смотрим этот момент. Шайбу забросил Иван Рогов, номер 32. Иван Рогов, вот он этот бросок, не успевает. Да даже если бы успел переместиться, очень мощный такой выстрел. Бросок получился у Ивана Рогова, и таким образом шайба все-таки оказалось в воротах. Большинство в формате 5-4. И какой момент сейчас у «Звезды», но нет, шайба в ворота не попадает. Шикарный момент был у команды «Звезда» на то, чтобы еще одну шайбу отправить в большинстве ворота команды ЦСКА ВВС. Но вот в этой ситуации не получается. Все, команда ЦСКА ВВС играет в полном составе, так что
Один раз лишь армейцам удалось. Своим клиентам я предлагаю масло, в котором уверен сам. Моторное масло «Синтек» задержит двигатель в чистоте и обеспечивает его защиту. «Синтек» – всегда умный выбор. Четыре минуты 41 секунду. Командам еще играть в третьем периоде. Счет у нас в матче «Звезда» Москва ЦСКА ВВС Самара пока что 4-2. Заканчивается рекламная пауза. Вбрасывание будет в средней зоне. И игра продолжается. Команда ЦСКА ВС вбрасывание выигрывает. Перехватил шайбу сейчас Артем Прохоров. Тут же попытался ее туда переправить в зону команды ЦСКА ВС. Не получается. Не получается. И у ЦСКА ВС ответная атака. Удалось зайти в зону. Но там же достаточно быстро шайбу потеряли самарские хоккеисты. И надо вот теперь возвращаться назад. А здесь нет, ошибка. Хотя вот можно играть. А Долженков успел шайбу сохранить. Еще один момент. И здорово сейчас играет Владимир Сартаков. Успевает поймать он шайбу. Хороший момент в исполнении «Звезды», но и вратарь ЦСКА ВВС выручает свою команду. Кузьминов, «Звезда» вбрасывание сейчас выигрывает. Дальше Хулапов, успевает Хулапов. И успевает Хулапов еще и на Кузьминова сделать передачу. Бросок, ну так бросок больше в сторону ворот, чем в створ. Кузьминов. Активен Егор Кузьминов. Ну вообще на протяжении этого матча в том числе было у него несколько моментов, когда мог Егор Кузьминов переправить шайбу в ворота. Не получилось. ЦСКА ВВС перехватывает шайбу. Пошли в атаку армейцы. Здесь московские первые на подборе. Там, по-моему, Матвей Шурамин. Именно он. Да, вот он боролся за шайбу. Он ее первым подобрал, а вот дальше не получается. И тем не менее «Звезда» достаточно уверенно отработала сейчас в обороне. И 3-2 может получиться атака, гол. Гол, Егор Кузьминов делает счет в этом матче 5-2. Очень хорошая атака сейчас сходу такая получается у команды «Звезда». И Кузьминов ее завершает точным броском. Ну, что, знаете, как наиграл, точно заслужил Егор Кузьминов. Очень активно он проводит эту встречу. Ну и вот, наконец-таки, удается ему отправить шайбу в ворота. Счет в матче становится 5-2. Это уже такая заявочка на победу в этой встрече. Давайте посмотрим. Вот достаточно быстрый перехват шайбы. Хулапов, Аверочкин и Кузьминов завершает. Данила Хулапов начал, Аверочкин. Ну а дальше Егор Кузьминов завершил, что называется. И счет в матче становится 5-2. ЦСКА ВВС вбрасывание выигрывает. Пошли вперед самарские хоккеисты. Бросок. Заблокирован этот бросок. Тем не менее, шайба еще раз оказывается у игроков ЦСКА ВВС. Но здесь уже Дмитрий Гамзин выручает своих партнеров.
вбрасывание в зоне звезды. Гости команды ЦСКА ВС вбрасывание выигрывают. Но первыми здесь на подборе... Нет, не удается вывести сейчас шайбу. Бросок. Гамзин увидел момент броска. Вот там вроде как и пытался шайбу он отбить. Колмогоров Константин туда пошел вперед. Именно он начинал атаку. Дальше теперь уже звезда перемещается в зону команды ЦСКА ВВС. Тут же потеря шайбы и ответная атака. Нет, просто так здесь из-за ворот Константин Кидаров пытался выкатиться, но в итоге не получается. Закрутил, хотел так закрутить шайбу Кидаров туда. В ворота не получилось. И игра остановлена. Вбрасывание в зоне команды ЦСКА ВВС. И Гамзин останавливает шайбу. Остановил шайбу. Да, а вот дальше посмотрите. Тут очень хорошо пошли в отбор хоккеисты команды ЦСКА ВВС. И, в общем, удается им шайбу в итоге отобрать. Недолго, правда, все это происходило, потому как звезда тут же вернула контроль шайбы вновь себе. И сейчас уже Гордеев туда забрасывает шайбу в зону ЦСКА ВС. Четвертое звено — Долженков, Прохоров, Фатеев на площадке у команды «Звезда». Вот Долженков как раз шайбу перехватывает. Так еще пытался там посмотреть, где его партнеры в борьбе за шайбу. И после этого вот хотел сделать как раз таки передачу. Долженков, вновь Долженков первый остается на подборе. Гамзин отбивает шайбу. Ох ты, момент, сейчас еще один, и Дмитрий Гамзин выручает своих партнеров. И еще одна попытка атаковать. Ну как-то сейчас так уж очень безалаберно сыграли в обороне хоккеисты команды «Звезда». Ну действительно... Расстроился. По-моему, это Николай Смирнов был. Несколько расстроен он был тем, что игру остановили. А действительно, там несколько таких моментов получилось у команды ЦСКА ВВС. Десять минут 28 секунд. Играть еще в третьем периоде. Ну, уже... Практически середина третьей 20-минутки у нас с вами, и игра продолжается. Вбрасывание хоккеисты ЦСКА ВВС выигрывают. Борьба за шайбу сейчас такая достаточно жесткая. Там Кирилл Голощапов, это как раз таки был 46-й номер, защитник «Звезды». Хулапов. Да, офсайд. Офсайд фиксируют арбитры. Поторопился там Егор Кузьминов, всех опередил. Там еще и Матвей Аверочкин. В общем, Хулапов немножечко запоздал со входом в зону. И таким образом свисток арбитров — офсайд. ЦСКА ВВС в атаке, вбрасывание выиграли. Тимиров протащил шайбу. Второе звено — Жирнов, Кутявин, Тимиров на площадке. А вот перехват шайбы — Жирнов. Еще одна попытка бросить. Ну и теперь надо так аккуратненько сейчас игрокам «Звезды» вывести шайбу из своей зоны. В принципе, вот они как раз таки это и сумели сделать. Дальше ЦСКА ВВС подхватывают шайбу.
очень много неточных передач, вот, да, в средней зоне ошибок много. Там еще и удаление сейчас будет у команды «Звезда». Поднята вверх рука арбитра. Вратарь Владимир Сартаков ворота покидает. Шестой полевой появляется на площадке у команды ЦСКА ВВС. Ну, в общем, ничем не рискуют сейчас игроки самарской команды, потому как контроль шайбы. И даже если вдруг шайбу перехватит соперник, то, в общем, на этом просто игра будет остановлена. Ну вот она теперь уже и остановлена. 8,5 минут до конца третьего периода. Счет в матче «Звезда» ЦСКА ВВС 5. Своим клиентам я предлагаю масло, в котором уверен сам. Моторное масло «Синтек» задержит двигатель в чистоте и обеспечивает его защиту. «Синтек» – всегда умный выбор. Ну вот они, зажигательные танцы группы поддержки хоккейного клуба ЦСКА. Восемь с половиной минут до конца третьего периода. Счет в матче 5-2. «Звезда» обыгрывает гостей из Самары команду ЦСКА ВВС. Ну и вот сейчас две минуты в большинстве проведут гости. Николай Макаров отправился на скамейку штрафников, и большинство в исполнении команды ЦСКА ВВС мы сейчас с вами понаблюдаем. Вбрасывание. Соперника Плюшевой. Малым штрафом наказан Николай Макаров, номер 18-й, команда. Толчок соперника клюшкой. Ох ты, момент какой сейчас. И шайба вновь не попадает в ворота. А вот здесь реализует большинство очень быстро. 14 секунд всего лишь понадобилось команде ЦСКА ВВС на то, чтобы реализовать это численное преимущество. И счет в этом матче становится 5-3. Ну что ж, вбрасывание. Вот вам, пожалуйста. В 8:20 до конца третьего периода. И ЦСКА ВВС сокращает отставание в счете до двух шайб. Напомню, Николай Макаров был удален на две минуты. И очень быстро команда ЦСКА ВВС реализовала численное преимущество. Вот здесь, посмотрите. Ну да, здесь вариантов у Артема Анишка, да, практически не было. Ну, вернулся тут Гамзин в ворота, но было уже поздно. Было уже поздно, и вот он, пожалуйста, Артем Анишка делает счет в матче 5-3. Побежали вперед хоккеисты команды ЦСКА ВВС, понятное дело. В общем, две шайбы. Не такое уж и большое преимущество, скажем так. Армейцы оборонялись, я имею в виду сейчас команду «Звезда». И можно попытаться сбегать вперед. Фатеев сам пошел. Бросок, и вратарь выручает. Сейчас Владимир Сартаков накрывает шайбу. Сам пошел Егор Фатеев. Не стал тут никому делать передачу. Но, в принципе, достаточно так уверенно туда прошел вперед. Возобновилась у нас игра. Продолжение следует. Попытка вновь команды ЦСКА ВВС завести шайбу в зону «Звезды». Армейцы выводят ее
в среднюю зону. И посмотрите, тут же идут, тут же, смотрите, на выходе из своей зоны, на синей линии, на чужой синей, хоккеисты ЦСКА, ВВС уже встречают своих соперников и пытаются навязать им там борьбу, пытаются организовать прессинг. И тяжело выходить из под этого давления игрокам Звезды. Кузьминов. Дальше на Матвея Аверочкина. Аверочкин там Хулапов. Но в итоге до Данила Хулапова шайба не доходит. Но тем не менее шайба у Звезды остается. Макаров. Вновь попытка Звезды завести шайбу в зону ЦСКА ВВС не увенчалась успехом. А вот это уже момент. И посмотрите, вновь, опять-таки, вдвоем сразу организовали ответную атаку. Тимиров и Жирнов это были. Вот так вот 2 в 2 атака получилась. Но не хватило точности броску Павла Жирнова. И теперь ответная атака уже в исполнении команды Звезда. Бросок отбивает шайбу Сартаков. И побежали вперед сейчас хоккеисты. Команда ЦСКА ВВС вновь достаточно быстро вход в зону. Неточный бросок сейчас получился. Гамзин среагировал, вратарь команды «Звезда», на этот бросок. Ну, вопрос, отбил бы или нет, тут уже мы с вами не узнаем. Если докабы, да, в спорте сослагательного наклонения нет. И еще одна пауза, еще одна остановка. И вбрасывание будет в зоне команды «Звезда». 5 минут 23 секунды до конца третьего периода. 5-3 команда «Звезда» обыгрывает команду ЦСКА ВВС. И у нас с вами самая концовочка третьего периода, так что... Сейчас все самое интересное. Преимущество Звезды в две шайбы и момент. Гамзин сейчас выручает свою команду. Вот оно, выигранное вбрасывание. Можно играть, показывает арбитр. Зуган. Перевод на противоположный фланг. Успевает Сартаков сместиться. А вот только лишь шайбу забросить не удается. И свисток арбитра офсайд фиксирует арбитр. Вбрасывание переносится в среднюю зону. Игра у нас с вами возобновилась. Шайба так приземлилась. Я уже думал, не туда ли она сейчас, не на судейский ли столик прилетит. Нет, все нормально. Все под контролем. И свисток арбитра, шайба у Дмитрия Гамзина. И вбрасывание сейчас будет в зоне команды «Звезда». 4 минуты 33 секунды до конца третьего периода. «Звезда» обыгрывает команду ЦСКА ВВС. И... вот оно сейчас все самое интересное. Самарцы вбрасывание выиграют. Тут же пошел бросок. Гамзин среагировал на бросок. Шайбу отбивает. Шайба выходит сейчас из зоны команды ЦСКА ВВС. 4 минуты. Так, будем мы все чаще и чаще смотреть на секундомер. Вход в зону, бросок. Николай Смирнов подключается к атаке. И там еще один момент. Посмотрите. Шайба так медленно-медленно ползла. И никому из игроков команды ЦСКА ВВС не удалось по ней попасть. Дмитрий Гамзин всех опередил. И самым первым он оказался. Накрыл эту шайбу. Thank you.
Вбрасывание в зоне звезды. Московская команда вбрасывание выигрывает. Там, правда, шайба улетает за пределы площадки, а улетает она на скамейку запасных команды «Звезда». Армейцы вернули шайбу на лед, не стали оставлять ей себе на сувениры. И вбрасывание будет в зоне «Звезды». Еще одно. Вновь посмотрите, ЦСКА ВВС очень хорошо на точке играет. Еще одно выигранное вбрасывание. А это очень важно сейчас, особенно когда твоя команда проигрывает. И особенно когда еще и вбрасывание в чужой зоне, и тебе надо его выиграть. Вот у ЦСКА ВВС это получается. И тут же, посмотрите, идет сразу бросок туда в направлении ворот. Что, в общем-то, тоже создает такой достаточно серьезной неприятности команде «Звезда». Но Дмитрий Гамзин выручает своих партнеров. Пытается сейчас там закрепиться в зоне. И вот она, передача выше ворот. По-моему, там пролетает шайба. Тем не менее, «Звезда» здесь оказывается первой на подборе. И армейцы сейчас свою атаку начинают. Ну, сейчас, да, самый лучший вариант – это подержать немножечко шайбу, переместиться с ней туда, в зону команды ЦСКА ВВС, дабы отодвигать игру от своих ворот, потому что времени все меньше и меньше остается до конца третьего периода. Вперед бежит сейчас команда ЦСКА ВВС, заходит в зону. Игнатов, Кидаров и Гуськов на площадке. Третье звено команды ЦСКА ВВС сейчас на площадке. И 2,5 минуты до конца третьего периода. Калиниченко первым успевает на подборе. Первым успевает Роман туда на подборе к шайбе. Дронок. Алиш Лалов. Здесь сейчас такая достаточно мощная идет борьба за шайбу. И у нас с вами пошли последние 2 минуты третьего периода. 5-3 «Звезда» обыгрывает команду ЦСКА ВВС. ЦСКА ВВС бежит вперед. Ну а я пока расскажу, как развивались события, дабы здесь пока ничего опасного не происходит. В первом периоде Никита Шалышкин забросил 2 шайбы. И после первого периода команда «Звезда» выигрывала 2-0. Ну а вот во втором периоде сначала Владислав Саватеев сократил отставание в счете. Дальше Силаев вновь делает счет 3-1, увеличивает преимущество команды «Звезда» в 2 шайбы. Но Матвей Насыров вновь сокращает отставание в счете и делает счет в этом матче 3-2. Начинается второй период, и вот на 5-й и на 7-й минутах команда «Звезда» усилиями Ивана Рогова в большинстве делает счет 4-2. Далее на 7-й минуте Егор Кузьминов делает счет в матче 5-2. Ну и вот Артем Онишко на 12-й минуте забрасывает 3-ю шайбу ворот команды «Звезда», реализует таким образом численное преимущество команды ЦСКА ВВС. Ну и вот сейчас продолжаются попытки самарской команды здесь что-либо придумать. Бегут они вперед. Ну, в общем-то, в любом случае терять-то уже нечего. Проигрываешь 3-5, можно идти вперед. Ну, а можно было бы, наверное, даже попытаться еще и заменить вратаря на 6-го полевого. Вообще, вот смотришь матчи молодежной хоккейной лиги и всероссийской хоккейной лиги, очень редко, когда даже при преимуществе, там, когда твоя команда 2 шайбы проигрывает, бегут, идут тренеры на то, чтобы заменить вратаря на 6-го полевого. Хотя, опять бы, почему не попробовать, да, так скажем, в боевых условиях вот в этот компонент отработать? Вообще очень непонятно такое, не знаю, боязнь, что ли, тренеров идти на такой шаг. Ну, подумаешь, да, проиграешь ты 3-6 или можешь сократить отставание в счете. Ломается клюшка сейчас у игрока команды ЦСКА ВВС Константина Кидарова. Ну и, по сути, последние секунды идут у нас третьего периода. Команда ЦСКА ВВС бежит вперед. Ну а вот опять же говорю, да, замените на 6-го полевого, и у вас появится еще и преимущество в игроках. Но нет, как я уже сказал, не делают этого тренеры команд. Ну а у нас звучит сирена, команда «Звезда»
Ниса побеждает в этом матче. И таким образом 5-3 армейцы побеждают в этой встрече. И это уже четвертая победа подряд у команды «Звезда». Ну а вот следующий своим клиентам идет 10 января в 13:00 здесь же на малой арене ЦСКА-арена. Команда «Звезда» сыграется против «Нефтяника». Ну а на сегодня все. Для вас работал Владимир Дегтярев. Всем пока и, как всегда, встретимся на хоккее. Мы всегда рады видеть вас на трибунах ЦСКА-арена. Благодарим вас за внимание и поддержку. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы. До новых встреч. Сделайте первую ставку на спорт с Олимпет до 10 тысяч рублей. Но даже если она не сыграет, мы вернем 100% вашей ставки. Отличный повод присоединиться к игре прямо сейчас. Максимум удовольствия, максимум кэшбэка. Олимпет. Максимум от игры. Мы воспитали поколение чемпионов. Поколение, которое способно побеждать. Поколение, которое знает цену победе. Поколение, способное мечтать и добиваться результатов. Мы научили радоваться мелочам. Ведь из мелочей состоит что-то большее. Наши люди – это навсегда. Это в сердце. Это в душе. Это в нас. Смотри матчи любимой команды вживую. На стадионе. Заходи на сайт прямо сейчас. tickets.cska-hockey.ru